Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Xiaomi Redmi Note 13 Pro. И сейчас я покажу вам, как выполнить сброс сетевых настроек. Итак, для этого мы открываем настройки. Далее проходим в раздел «Подключение общий доступ». Проходим вниз и нажимаем «Сброс Wi-Fi, мобильной сети и Bluetooth». И нажимаем «Сбросить». И вводим пароль от экрана блокировки. Нажимаем «Ок». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.